Ну, сегодня второй день завершения, можно сказать, форума стратегическое развитие Колеи 1520. Шестой уже этот форум. В принципе, здесь рассматривались все те проблемные вопросы в стадии реформирования, особенно что касается реформ российских железных дорог, да и соседних наших стран, которые работают. Рассматриваем вопросы привлечения инвестиций, рассматриваем вопросы организации пассажирского движения, скоростного движения, новая техника, инновационные технологии в развитии железнодорожного транспорта. И самым вопросом круглый стол, который сейчас закончился, это вопросы, касающиеся работы в грузовых перевозках, когда перевозчик де-факто остается уже без подвижного состава, без вагонов, организовать перевозочный процесс таким образом, чтобы можно было единственному перевозчику, на каких условиях, как можно организовать работу разным паркам. Проблема заключается в одном: если раньше места зарождения погрузки, места, где массовая погрузка идет, подвижной состав направлялась без оформления порожних рейса вагона, а как тара учитывалась и привозилась без оформления документов, и как удобно перевозчику так расставлялось, то сегодня договорная база, с кем, чьих вагонах везти, она ушла к операторскому бизнесу. И, безусловно, перевозчику становится все сложнее и сложнее работать порожним рейсом вагона, потому что порожний подвижной состав стал адресным точно таким же, как адресным стал и груз, который возится в нем. А вся технология железнодорожного транспорта, инфраструктура железнодорожного транспорта, развитие станций, сортировочных горок, участковых или станции погрузки, она не рассчитана на такой объем парка подвижного состава, когда разным грузоотправителям необходимо подавать именно, хоть он и порожный, но не этот, а другого какого-то оператора вагона. Поэтому это проблемный вопрос, и пытались его решить таким образом, чтобы это, ну, не сводило к коллапсу на железнодорожном транспорте, чтобы пробок не возникало, а инфраструктура уже загружена почти на 90% с лишним. Ищем пути решения и, думаю, иметь такую площадку, на котором отрабатывается, это самое главное. Я думаю, что у нас еще есть время до конца этого года, когда мы сможем разрабатывать новые правила перевозок порожних вагонов, новую нормативно-правовую базу, определить новые, так сказать, в уставе железнодорожного транспорта определенные вещи, право перевозчика дислоцировать подвижной состав, который мешает общим пропускным способностям. Поэтому находим пути, решаем. Это такая площадка, которая нужна. И я думаю, что это полезное место работы.